опорной борьбе занял Латулин Артур. Ну а первый наш чемпион Корякин Владислав. Не расходимся, фотографируемся, улыбаемся. Во всех призовых категориях. Да, на всех фотографиях. Далее переходим к мужчинам. Выходим на вес. Да, наш. Даже не знаю, как человек назвать, кто приехал первый раз в Кубинь. Кравчук Евгений. Закладывай мужество. Кто боялся вступать в этих больших и злых дядек. Второе место занял Петров Константин. Да, добрый, палки без ломами. Добрый. Первое место занял Горемыкин Сергей. Фотографируемся. И улыбаемся, не улыбаем. Добрая федерация. Привыкаем. Приходим в навык, где же 12, абсолютки, 70 и 100 килограмм. В спортной борьбе третье место занял Терминал Скастидис. Второе место в сборной перезаписи борьбе Корякин Владислав. Он должен за первое место. Первое место в абсолютке занял Петров Константин. Фотосета, помните?